Здравствуйте, наша любимая игра Клондайк. Итак, пришло четверг, пришла обнова. Ну, сегодня она у нас разносторонняя. Во-первых, нам дали опять тележку. Мы опять будем проходить тигровые прииски. Мы их проходим периодически и зарабатываем дополнительно себе подарочки. Ой, ну, как всегда, нам что-нибудь подарили, и оно такое маленькое, что я его не могу вместить. Если сильно постараться, то поместим сразу все. Все, вот мы поместили, теперь мы должны набирать эту тележку, которую в итоге мы превратим в гору подарков. И у нас появилось 10 островов, я так понимаю, да, которые надо пройти за определенное время. 27 дней у нас есть и 3 часа, но это 27 дней мы не спешим, потому что помимо этого у нас появился еще горнолыжный курорт. Это остров, который будет у нас 13 дней. Поэтому мы начнем с него. Так, карта. И давайте хором на него посмотрим, как он выглядит. Итак, вот он наш курорт горнолыжный. Один день ехать. Поехали. Я специально первый раз в этот раз еду именно с карты. Объясню для чего. Потому что я подумала, вдруг марафон. Вдруг марафон, я как поеду, и будет мне 6 часов. А у нас сейчас уже 9 час, и поэтому мне придется чистить до победы. А я на это не согласна. И поэтому я решила сначала подсмотреть одним глазком. Типа марафон или просто расчистка. А что, они могут. Они у нас талантливые. Они нам как дадут что-нибудь почистить, так дадут. Ну что, раз мы сюда пришли, давайте хором и дружно где-нибудь чего-нибудь укусим. Главное что? Беречь наши зубки. А кусать можно везде и понемножку. Ну зачем же я откусила лишнее? Это называется жадность. Или посмешишь людей насмешишь. Ладно. Так, давайте тут 40 ударов, а потом еще чуть-чуть. 40. Так, немножко под, как говорится, покусала, немножко поставила. Ну, и вашим, и нашим. Так, найти близнецов. Ну, сейчас мы их найдем. Надо, значит, найдем. Так, идем. Надо, кстати, помощника эксплуатировать. По полной программе. А он тут стоит. Ой. Ой, тут какие-то снежинки. Обратите внимание. Выпадают. Ух ты, пушка. А я даже не глянула, сколько там энергии надо-то. Просто нажала. Зачем, спрашивается? Непонятно. А, снежная вышка, нажми, чтобы начать обрабатывать 100 единиц. Тоже обрабатывается. Ну, такой оригинальный, да, остров. Хм. А между прочим, я тут, понимаете, аж растерялась. Прям сразу и столько камней. Ну, прям удивили, однако же. Ой, я привезла в этот раз зачем-то 900 штук плюс 10. Я хочу яблок привезти. Вообще не понимаю, что это было за привоз такой. Так, ладно. Да поехать привезти яблок. А что еще привезти? Пока еду. О, кстати, мы нашли то, что искали. Ха, началось. Таймер. Вы нашли сундук. Надо его открыть, пока таймер не это самое не иссяк. В общем, я вам советую, если вы пошли такой дорогой, вы идите уже верным путем, не сворачивайте. Потому что если где-то свернуть, то невзначай можно обнаружить еще один таймер. Два таймера сразу. Оно нам надо. Все надо делать постепенно. Ну, я это уже поняла. Этим мы и займемся. Так, мне надо домой, собственно говоря. Что-то привезти. Но я вот пытаюсь понять, чего бы еще привезти. Поэтому туда пойду, сюда пойду. Ну, где-нибудь чего-нибудь эти стройматериалы найду. Можно найти. Все, будем искать.
Прикол, увидела остров и побежала под впечатлением чистить. Ничего не посмотрела. Ни процент за расчистку, ни торговца. Так, 20% ни о чем, 50% что-то дарят. Тут еще. Так. Что-то они в последнее время нам стали очень мало давать вот эти вот наши. Скажите, я вам скажу. Для расширения. Рулеток. Вообще ни о чем. Раньше давали. Сейчас какие-то прям жадные, скажу. Жадные. Передать не могу. Жадные и прижадные. Так. С этим мы разобрались. Кстати, я привезла немножко. Привезла я что? Вот. Раз, два, три, четыре, пять снежков. И 10 лакомств для нашего любимца. Тут у нас домик. Выбираем. Раз. Вообще не понимаю, что я так долго ждала, чтобы выбрать. А, больше пока ничего и нету. Так, так. Ладно. Тут для строительства нам нужны стройматериалы. Кстати, я их видела уже, вот. Но пока не открывала. Это почем? Это по 70. Фишка в том, что вроде как несложно все это пооткрывать и все такое прочее. Но это надо быть внимательным и элементарно. Кстати, вот у нас тут хоп, начать. Начать. И что у нас тут? Рыхлый снег, да? А снежинки идут куда? Торговцу? Сейчас, сейчас все посмотрим. Так, да, динамиты, механизмы, монетки, барли, шоколадушка, 50 штук. Не, ну, подарки хорошие и плюс еще снеговички для любителей. У нас же тоже есть любители декораций. Вот им тоже должно быть интересно в этом плане. Так, давайте хоть что-то тут уберу из того, что я наметила. Эти вот домики мы строим, чтобы принимать постояльцев. Ну, давайте так, сейчас кого-нибудь построим, чего-нибудь примем. Только сначала сделаем 43, на всякий случай 90. Вот, оп, открыть. А тут еще собачка. Так, это мы нашли. Ой, я где-то видела, что другое я тоже привезла еще строить. Ха, я растерялась, я потерялась. Вот, беседка. Я не знаю зачем, чтобы привлечь посетителей. Ну, здрасте. Еще надо шифер привезти. Ладно. Давайте построим туда, куда не надо везти тогда. Строим. Первая стадия. Ага, доски. Ну ладно. Там то надо, там все надо. Так, это рулетка? Это рулетка. Девяносто три убрать. Просто иногда так теряюсь, что не знаю, куда чего сделать. То вообще 83 не хочу. Обратите внимание, как они щедро положили камней вдоль заборчика. Бери, не хочу, называется. И 120. И более. Я пока выбираю более. Ну, потом пойду все подряд. Давайте так, поставим. О, у меня 300, я сейчас тоже побегу помогать. Раз. Два. Прикол в том, что у нас на этом острове пошли поручения. Смотрите, построить туристический домик, построить беседку, восстановить. И вот подарочки, ну, довольно-таки неплохие, между прочим. Так, починить каток, построить ледяной замок, восстановить участок трассы. Что тут еще я могу построить, я не знаю. Ну, что-нибудь построим, где-нибудь восстановим. Главное, что? Желание. Пока не затрудняюсь ответить, где я буду эти ключи искать. Но желательно их, конечно, слушать. Этих материалов столько надо. Я пока их не вижу. Не, ну я понимаю, что я расчищу, они найдутся. Во-первых, надо вот это вот пособирать.
красотень. Везде все кое-как, где с туманчиком, где без. Сорок, 70. А видите, тут со всех сторон такие заборчик. Не, ну, безусловно, есть проходики. Ну, просто я пока в это не вдавалась. Так, где там этот помощник? Собирай. А, он где-то не точно стоит, да? Видите, вот так. Собирай. Пока все это выгружено, мне не надо. Мы пока просто собираем. Кстати, у компаньона заходила, у него этот туманчик вроде расчищен, но я... У него таймер тоже стоит еще, значит, он еще тоже не нашел ключики. Так, а я нашла только одну коробку, да, с инструментом. Так, тихо, с инструментом. Больше я пока не нашла. Вот проходик зато есть. Ладно, пошлите, что делать. Выхода нету, надо идти. 50-50, какие они? 50-50, а поменее. Поменее у них нет. Ладно, такими темпами нам надо по-быстрому не чистить большие камни, а просто поделать везде вот эти проходики, чтобы понять, где чего искать. Тогда будет результат. А дочищать уже по мере возможности и по мере поступления надобности. Так, о, я вот еще нашла, кстати. Почему я сразу не заметила? Туманчик, наверное, был. Сейчас мы во все стороны пооткрываем эту красотень. Так, где-то я еще такое видела. Вот, смотрите. Ага. Вообще-то я гвозди для другого привозила. Ну ладно, я что-то там увидела, и нужны были гвозди. Фишка в том, что я уже не помню, где я это видела. Ладно, найдется. Если что, привезем еще. Так, это что у нас? 45 50. Хочу обратить ваше внимание, мы с компаньоном в этот раз пошли в разном направлении. Он пошел налево, я пошла направо, или наоборот. Ну, фишка в том, что он пошел сюда, а я пошла сюда. Не знаю, кто из нас принял правильную позицию, кто нет. Время покажет. Ну, мне кажется, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Этот вентилятор пошла ничейный. Вентилятор есть, вот еще какие-то коробка раз, коробка два. Я людей особо не пытаю, что там с этой коробки что-то прям супер-бупер будет, ну просто я ее нашла. Если вдруг кому интересно, где была коробка, называется. Так, тут у нас по 90, где? 90. Тут до такой степени они это все плотненько сделали, что, если честно, можно растеряться, куда идти, куда нажать, чтобы что-то убрать. Прям плотно, прям. И 60, и 55, и 75, и 90. Все вместе. Вот сейчас еще одна. Я еще не убрала 60, или я опять сделала? Я уже запуталась, если честно. А что это домик? О, сюда опять надо привезти. Какая машина? Постройте, так, восстановить, сколько этих машин. Ха, туристический домик, 10. Беседки, скамейки, 15. А машины-ка, ладно, а это что? Ледяной замок. Ладно, в общем, везде всего надо везти. И желательно поболее, называется.
В общем, кто куда пошел, тот того нашел, называется. Я вон тут, понимаете ли, нашла мишень. Ой, я ключ нашла! Вы видели? Я нашла ключ. Вот он, вот он, вот он, вот он. Открываем. Только давайте сделаем 43. Нет, вот так сделаем 143. Открываем. А, их надо 5. Вот это я обрадовалась. Таки напрасно. Ну ладно. Я буду еще искать. А давайте посмотрим у компаньона. Может, он тоже находил такую мишень. Со своей стороны. Так, это не то, это не там. Я не вижу. Вот, видели? Тоже мишень. Значит, мне сейчас надо все бросать и бежать туда, куда пошел он. Чтобы вот тут под стеночкой найти вторую мишень. Вот как они нам тут задумали. Так, я сначала уже энергию потрачу, конечно, то, что я нарисовала. А тут что у нас? Тут у нас рыночная лавка. Ну, это потом будем меняться, если что. На самом-то деле. Прими. Так, а тут прохода больше нету, да? Проход идет где-то здесь. А это что же мишень? Смотрите. Снежок есть. А, так у меня уже 2 ключа. Еще 3. Ладно, ладно. Сейчас, давайте хоть что-то достроим. Я ж привозила. Типа, выстроили, строили и, наконец, построили. Ура, товарищи. 3. Ну, ладно, не хватило чуть-чуть. Кстати, начала строить эту штуку. Тут вот вторая стадия. И что она дает нам? Все, ничего не дает. Я думала, какие-то там типа подарочки. Но она просто есть. Типа все на этом. Так, ладно, 55. Тут идут 55 и 75 деревца. Смотря какого размера. Я все-таки приняла решение перечинуть идти на другую сторону. Пооткрывать здесь все вот эти вот крупные камни. Тем более, что никто не говорит, что там, что я здесь не могу найти еще одну. Ведь мы не знаем, как они их разбросали, эти мишени. А вот видите, как в ряд хорошо открылись большие камни. Сейчас еще чуть-чуть, а потом пойду на другую сторону. Ну, скорее всего, другая сторона, это будет уже совсем другая история, потому что видео затягивать не стоит. Лучше снять несколько частей. Отлично. Что мы выполнить успели? Фактически ничего. Построила один туристический домик, построила одну беседку и больше ни о чем. Это что? Ой, это потом, это не сейчас. Так. Вот еще один домик построен. Ну, цели еще. Ого-го, сколько. Скажем так, есть к чему стремиться. Ну, это видео мы заканчиваем. Продолжение следует. Всем удачной игры. Пока.